как вам удалось привести к нам в Севастополь известного пианиста и композитора из Парижа? Я абсолютно убеждена, что все в этой жизни делается на основе человеческих отношений. И это самое большое счастье, которое нам даровано судьбой. Поскольку я уже достаточно давно работаю в музейном пространстве и приходилось организовывать много всевозможных мероприятий, то складываются хорошие дружеские человеческие отношения. Наш сегодняшний великолепный исполнитель выступал в Москве, выступал в Владимире, откуда я приехала. И когда в один из приездов домой мы столкнулись, я ему сделала такое предложение. Он говорит, хорошо, я подумаю. Сначала это казалось не очень реальным, а потом постепенно, по мере договоренности, все это вот вылилось в сегодняшнюю встречу. Я думаю, что вне зависимости, как нам сегодня относятся в Европе, какие вводятся санкции, Россия была, есть и остается великой державой, и по значению, и по ее размерам. И Россия – это часть огромного многоликого мира. И для нас очень важно быть значимой частью этого мира и жить в мире. И поэтому то, что сегодня этот концерт состоится именно здесь, в Севастополе, где люди знают, что такое война на генетическом уровне, это очень промыслительно, что именно в День России этот человек приехал к нам и будет дарить нам свой талант, свое мастерство.